Україні стрімко зростають ціни на комунальні послуги. Все більше людей звертаються за субсидіями. Зараз ми дізнаємось у наших людей, чи звертаються вони за допомогою до держави. Ми працюємо, поэтому да. Нам субсидії не положені. Коли я отримала, пожалуйста, зареєструвались. Ну, я через Приватбанк оформляла. Вообще проблем не было. Ну, мы-то не местные жители, мы не про Петровска. Вот, поэтому у нас там проблем не было. По электронной почте все отослали, мне прислали, что да, будет субсидия. А сейчас, наверное, навряд ли. Да, сейчас уже не получается. Я не буду, але я вважаю, якщо людина має основання, то звичайно, чому ні? Безусловно, нужно собрать какой-то пакет документов, понятное дело. Пару лет назад я косвенно сталкивалась, это было не так сложно. Это было реально собрать эти документы. Сейчас не знаю, к сожалению. Я по доходам не подхожу субсидии. Люди малообеспечены, это им большая помощь, конечно. Я не сталкивалась и не ходила, но бюрократия у нас никуда не делась. И я думаю, что все осталось точно так же, как и раньше. Людям нужна справка о том, что у них есть справка. Я думаю, это никуда не делось. Да, честно говоря, мне все равно, потому что я от этого государства зарплату не получаю, я от него не завишу. Но вообще, судя по всему, вот то, что я наблюдаю по сторонам, желательно не то, что сохранить субсидии, а принимать какие-то радикальные меры по снижению тарифов, потому что, допустим, те же самые пенсионеры, они не выживут. Вот в ближайшие года они уже выживать не будут при таких ценах. Если я не ошибаюсь, плюс 25% на газ, да? Ну, это значит, что они вообще кушать и лечиться не будут. Ну, мы пользовались субсидией, но там новые правила, поэтому новые законы. Теперь мы не будем. Почему? Потому что нужно быть официально трудоустроенным. Ну, в прошлом году мы пользовались, и как бы мы платили почти половину отопления, оно было очень дорогое, поэтому стоит обращаться. Обязательно. Особенно малоимущим. В этом году, как бы я же говорю, новые законы, что нужно быть официально трудоустроенным, поэтому многие потеряют эту субсидию, как бы мы тоже от нее отказались и потеряли. Нет. Чему расповесть? У меня деньги в банке, и поэтому я не подавала, я знаю, что мне все равно не дадут. Ну, сейчас достаточно, наверное, по зарплате они не проходят мои справки. А як взагалі, на вашу думку, отримати субсидії важко чи ні? Я думаю, що, наверное, не сложно, якщо зібрати всі бумаги і все зробити правильно, наверное, можна добитися. Опитування для вас проведили Олександр Ніколаєв та Євген Войтенко, Думская ТВ.